Минобороны Украины, между тем, пытается взять под контроль добровольческие батальоны «Айдар», который приобрел всеукраинскую славу благодаря диверсиям, грабежам, жестоким расправам над мирным населением, расформирован. На базе этого батальона создали штурмовое подразделение сухопутных войск. Эту информацию сегодня обнародовал исполняющий обязанности руководителя пресс-службы украинского генштаба Владислав Селезнев. По его словам, решение назрело давно. Ранее военная прокуратура открыла ряд уголовных производств в отношении бойцов так называемых добровольческих батальонов. Накануне представители официального Киева сообщили, что бывшие айдаровцы были арестованы при попытке вывести крупную партию оружия из Донбасса в украинскую столицу. По его словам, с помощью этого арсенала они планировали дестабилизировать ситуацию в стране, совершить очередной госпереворот.